Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца. В этот день принято поздравлять членов общества Красного Креста, представителей прогрессивной общественности и волонтеров. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день родился основатель Международного комитета Красного Креста, швейцарский гуманист и общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан, в честь которого и был учрежден праздник. 24 июня 1859 года Дюнан стал свидетелем кровавой битвы возле селения Сульферино, которой столкнулись солдаты французской, итальянской и австрийской армий. 16 тысяч участников пали на поле битвы, 40 тысяч получили ранения. Поле боя было усеяно ранеными, которые истекали кровью и погибали от жажды, но никто им не оказывал помощь. Дюнан обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь несчастным, не считаясь тем, какой они национальности, какой армии воевали, на каком языке говорят. Свои впечатления о пережитом в тот день Дюнан изложил в книге «Воспоминания о битве при Сальферина». Экземпляры этой книги он разослал руководителям европейских государств, политическим деятелям, военачальникам, своим друзьям. Автор выступил за создание в европейских странах, действующих на добровольных началах обществ по оказанию помощи раненым. За необходимость принять международное соглашение, которое гарантировало бы этим добровольцам признание и уважение. В феврале 1863 года из пяти активистов, жителей Женевы, среди которых был и Анри Дюнан, была сформирована специальная комиссия – позже переименованная в Международный комитет помощи раненым, впоследствии преобразованный в Международный комитет Красного Креста. А в октябре 1863 года в Женеве состоялась международная конференция, на которой представители 14 стран и четырех благотворительных организаций поддержали идею Анри Дюнана создать в каждой стране добровольные комитеты для оказания помощи раненым. При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли первую Женевскую конвенцию, положившую начало современному международному гуманитарному праву. На этой конференции была принята эмблема общества – красный крест на белом фоне. Цветовое оформление логотипа организации представляет собой обратную расцветку национального флага Швейцарии из уважения к родине движения. Однако во время русско-турецкой войны 1877-78 годов Османская империя отказалась использовать эту эмблему, Красный крест вызывал у турок негативные ассоциации с крестоносцами. Османская империя заявила о своем намерении использовать в качестве защитной эмблемы красный полумесяц вместо красного креста, сообщив при этом, что будет уважать красный крест, используемый неприятелем. За Османской империей последовали другие страны, где большая часть населения исповедует ислам. Женевская конвенция 1929 года признала Красный полумесяц в качестве второй защитной эмблемы. В России у истоков Красного Креста стояли великая княгиня Елена Павловна, знаменитый русский хирург Николай Пирогов и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, положившие начало общественной медицинской помощи раненым и больным воинам в период героической обороны Севастополя. 3 мая 1867 года государь-император Александр II утвердил устав общества попечения о раненых и больных воинов. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. В столичных и губернских городах были организованы местные управления – Почетными членами общества стали император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные лица и представители высшего духовенства. Международная конференция, состоявшаяся в Гааге в 1928 году, утвердила официальное название общества «Международный Красный Крест», а также устав этой организации – Сегодня Международный комитет Красного Креста ведет постоянную гуманитарную деятельность на территории более 80 стран, а при необходимости и в любой точке мира. Главными принципами международного движения Красного Креста и Красного полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Центральное управление, штаб-квартира, базируется в городе Женева. Свыше 12 тысяч человек занимаются благородным делом по оказанию помощи нуждающимся. Вклад в мирное созидание Международного комитета Красного Креста отмечен тремя Нобелевскими премиями, а опознавательные знаки «Красный крест» и «Красный полумесяц» на белом полотнище знакомы всем людям как символ гуманизма.